Здравствуйте, я Антон Деркач. Сегодня я говорю о мотивации. Видите ли, для разных людей разные воздействия являются мотивирующими. Для людей, находящихся на низших ступенях личностного развития, мотивирующим воздействием является страх. Если такому человеку сказать: «Сделай так, или я тебя отчислю из университета, уволю, понижу в должности, лишу бонусов к зарплате», такие люди начнут энергично двигаться. Для людей же, находящихся на более высоких ступенях личностного развития, мотивирующим воздействием является поощрение, позитивная мотивация. И если такому человеку сказать: «Сделай так, я повышу тебя по должности, добавлю бонус к зарплате, увеличу твой летний отпуск или позволю сдать экзамен автоматом», такие люди начнут энергично действовать. Все это справедливо и в отношении к самомотивации. И поэтому люди первого рода говорят себе: «Если я этого не сделаю, меня отчислят, уволят, казнят». Люди же второго рода говорят себе: «Я могу сделать так, и тогда я получу такие результаты, такие возможности и такие привилегии». Задайте себе вопрос, как вы мотивируете себя и других. И если вам не нравится, как это происходит, начните это изменять. С вами был Антон Деркач. Увидимся в следующих выпусках.